Всем привет, кто меня смотрит и кто случайно заглянул на мой канал. В сегодняшнем обзоре речь пойдет о очень интересном и довольно огромном виде орхидей. Это Анселия африкана. Первоначально Анселия была обнаружена на острове Биоко у побережья Западной Африки. В настоящее же время известно, что этот весьма изменчивый вид широко распространен по всей тропической Африке. Произрастает Анселия в разнообразных местах, но чаще всего встречается на открытых участках лесов. В жарких сухих местах на высоте до 700 метров над уровнем моря. Также этот вид можно встретить и в густых влажных лесах на высоте до 2200 метров над уровнем моря. Селится Анселия в развилках ветвей крупных деревьев. Иногда крепится корнями к расщелинам скал или грунту. Климат в естественных условиях обитания зафиксирован в температурном диапазоне от плюс 2 до плюс 40 градуса со средней влажностью до 60% зимой и до 70% летом. Анселия африкана – это довольно крупный эпифит, который в высоту достигает до 120 сантиметров. Мой же вид на данный момент, самая длинная его псевдобульба достигает высоту всего 60 сантиметров вместе с высотой листа. Я представляю, что будет через лет 5, когда она будет достигать до 120 сантиметров высоту. Конечно, я найду ей место, так как зацвести мне ее было довольно тяжело. Я очень долго ждала этого момента. И эта орхидейка мне очень-очень нравится. Строение этого вида орхидей очень похоже на дендробиумную группу. Этот вид имеет прямостоящие желтоватые, напоминающие тростник псевдобульбы, и двухрядные, находящиеся только на верхней части псевдобульбы листья. Цветонос появляется с вершины псевдобульбы. Форма его бывает разнообразная. Одна из них такая, которой он цветет у меня сейчас. И вторая из них кистевая. Кистевая форма, скорее всего, приходится уже на взрослое растение, когда эта разновидность набирает в размере 120 сантиметров высоту, тогда она и показывает тот кистевой цветонос, которого я жду от нее. С вершины псевдобульбы появляется только первый цветонос. Повторное цветение может появляться из верхних устьев после того, как с них опадут листья. Цветонос у этого вида во взрослом состоянии может достигать до 80 сантиметров и нести от 10 до 100 цветков в диаметре от 3 до 5 сантиметров. Цветы имеют восковую структуру и имеют довольно приятный мускусный аромат. На страницах интернета я нашла информацию, что эта разновидность имеет довольно сильный аромат, но за время, как он у меня цветет, это время у меня уже продолжается около месяца, такой сильный аромат я не учуяла. Развитие цветоноса также очень интересное. Первым у меня появился вот этот цветочек, который появился больше 3 недель назад. На нем можно увидеть первые признаки увядания. Он появился тогда, когда еще эта цветочная стрелка была практически не развита. На ней появлялись только слегка видные бутончики. И буквально через 1,5 недели, как распустился этот первый цветок, ветка пошла в рост, постепенно выкидывая бутончики, раскрывая их.
и удлиняюсь в размере. Посмотрите, какое интересное поведение. Получается, что на каждый цветок в этом цветоносе приходится около месяца. Я не представляю, как долго будет она у меня цвести, если брать на каждый цветок около месяца. Посмотрите, первые цветки этот уже начал увядать. Второй цветок, который раскрылся, он раскрылся буквально через 2 недели после первого. Он еще в довольно свежем состоянии. Следом же бутончики, они полураскрыты. И сама верхушка цветоноса еще в бутонах. Я думаю, что цветение у меня продлится около 2-3 месяцев. Разновидность вариации окраски, эта разновидность имеет от желтой, от чисто желтой и до вот такой, как у меня. Это желтый вариант в черную крапинку. Цвести эта разновидность орхидеи может буквально круглый год, но пик цветения приходится на период с марта по май. В принципе, этот период, в котором зацвела она у меня в первый раз. Сейчас я хочу немного рассказать о содержании этого вида орхидеи в домашних условиях, точнее в моих условиях, в которых в зимний период у меня умеренно теплые температурные режимы, и также о ее развитии. Этот вид я приобрела совсем молодым растением, сейчас я покажу в каком размере. Приобреталась она вот с этих двух псевдобульб. Одна из них, посмотрите, она совсем маленькая, усохшая. И имелась вот эта псевдобульба. Также по приходу ко мне имелся небольшой новый ростик, который за год у меня превратился в вот такую тоненькую небольшую псевдобульбу. По такому сценарию она развивалась у меня еще 2 года. И на 3-4 год она показала уже довольно высокую псевдобульбу. Следом же поведение у нее пошло очень интересно. На 4-5 год она уже показала у меня вот такую вот большую псевдобульбу, которая высоту у меня достигает вместе с высотой листа 60 сантиметров. И буквально с того года эта псевдобульба раздвоилась. Она показала 2 точки роста, которые я не стала убирать одну из них, как я делаю у некоторых видов орхидей. Я оставила их и решила понаблюдать. Сейчас я покажу эти 2 точки роста, с которых она и показала цветонос. Вот я перевернула растение. На этой стороне можно заметить довольно обильный рост корней. Корешки сейчас в закупоренном состоянии, так как на зимний период они закупориваются. Но при наступлении весны они продолжают рост. Сейчас я вам покажу еще. Этот вид, он очень хорошо наращивает корешки в кистевой форме. Имея и толстые корешки, и те корешки, которыми они цепляются в своих естественных условиях за ту поверхность, на которой они произрастают, которыми они крепко держатся. И
Тоненькие корешки, которые кормят орхидейку. По мере возрастания они создают ветвистые корзины, в которых ветер задувает отходы от деревьев. Таким способом орхидейка себя кормит с помощью этих тоненьких корешков, которые очень обильно плетутся и отходят на расстояние от произрастания самой куртины. Сейчас я покажу вам эти два роста, которые у меня появились за прошлый год. Посмотрите, эта сторона, она более развитая. Куртины здесь довольно развитые. Посмотрите, какие они плотные, какие они широкие. Вот эти два новых роста, которые находятся по бокам, они появились у меня с того года. Один из них, он довольно мелкого размера, который не процвел. И второй рост, который налил псевдобульбу в 1/3 размера от предыдущего года. И этот ростик, он и процвел. Цветонос появился с вершины псевдобульбы, как и должно быть. Цветонос, который набрал 11 цветов вместе с бутонами. С предыдущей псевдобульбы я тоже ждала цветения. У нее показался вот такой вот верх. Я так и не поняла, что это. Он какое-то время увеличивался в размере и остановился. Я не знаю, что это, так как у остальных псевдобульб, даже у той, которая цветет, такого поведения нету. Может, это признак, что она стала взрослой. Я не знаю, что это. Может, это чехол для цветоноса. Я думаю, что пройдет время, и мы узнаем, что же это у меня появилось на верхушке псевдобульбы. Содержание для этого вида я не подбирала индивидуального. Я ее содержала, как и все свои орхидейки. Интенсивность освещения она получала у меня довольно яркая. Это примерно 40 тысяч люкс. В таком освещении она мне содержала буквально круглый год. Температурный режим у нее был в зимний период, это умеренно теплый, в которых в ночное зимнее время температура опускалась до плюс 12-13 градусов. И летний период, в которых температура поднималась до 43 градусов в самый жаркий летний месяц. Перепад между дневной и ночной температурой у нее буквально круглый год был очень хороший, который составлял от 6 до 12 градусов. В зимний период, когда она находилась в более низких температурных режимах, то влажность стояла высокая. В летний же период эту влажность я поднимала искусственно. Удобрения я производила, как и ко всей своей коллекции орхидей, одноразовым замачиванием раз в месяц со сбалансированным удобрением. И по мере просыхания я опрыскивала ее горячим душем с минеральными подкормками. Как вы видите, посажена она у меня в корзину, и место ее произрастания на моих балконах – это сквозняк. Она висит у меня буквально на сквозняке, когда в теплый период открываются мои балконы. При такой посадке, находясь на сквозняке, она очень быстро просыхает. И какое-то время, довольно длительное время, находится у меня в сухом состоянии, буквально хрустит. В зимний период же створки закрыты, и опрыскивание производится довольно редко, так как
грунт не успевает просыхать, также надо создать ей более сухое содержание какое-то время, чтобы не было загниения корней. Так как в зимний период у меня довольно холодно и сыро. В принципе, в летний период я тоже не бегаю около нее с пульверизатором. Опрыскивается она у меня в порядке очереди, в той порядке очереди, в которой опрыскивается у меня и все мои орхидейки в коллекции. Поведение этой орхидейки очень интересное. Как я уже сказала, по строению она похожа на дендробиумную группу. И также по ее поведению. Имея вот такой постепенно раскрывающийся цветонос, она также показала новые ростики. Сейчас я вам их покажу. Они совсем еще маленькие. Их имеется два, так как орхидейка у меня раздвоила свой новый рост. Вот он один. Посмотрите, он совсем маленький. И следом второй, вот он розовенький, находится у основания псевдобульбы. Я думаю, что эти росты, они надуются больше и массивнее предыдущих. И все-таки я ожидаю в следующем году уже более обильное цветение из двух псевдобульб. Посмотрите, какой красивый цветок. Цветок, который похож на тигренка. В диаметре он, скорее всего, не 5, а все 6 сантиметров. Какая необычная губа. Губа имеет внутри очень красивые разводы. Этот вид впервые я увидела в теплице, в которой я неоднократно делала обзоры. Там он мне очень понравился, но, к сожалению, его не было в продаже. И когда же я увидела у своего постоянного продавца на ленте, то я его, не раздумывая, взяла. И до сих пор я об этом не пожалела. На этом прекрасном моменте я буду заканчивать свой обзор. Все, что я хотела о нем, я рассказала и показала. На этом я буду заканчивать. Всем спасибо, что были со мной, что смотрите меня. До свидания и до новых встреч!